Но вначале срочная новость из республики Коми. Этим утром сотрудники спецслужб задержали мэра Сыктывкара Ивана Поздеева. И не исключено, что это как-то связано с уголовным делом в отношении главы Коми Вячеслава Гайзера, которого обвиняют в коррупции. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает в агентстве ТАСС. Согласно его данным, руководитель администрации города подозревается в махинациях с земельными участками. Сейчас, опять же, по сведениям информагентств, идут обыски в рабочем кабинете и по месту жительства. Сообщается, что следственные действия проводит региональное управление ФСБ.